Эй, а чего у вас такие лица, как у угнетенных каторжников? А тебе не снилось сейчас ничего странного? Всем привет! Вы на канале DevPlay, и сегодня мы будем заканчивать уже проходить Отвергнутую душу. Не забываем пошлепать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали! Эй, ты же не... Вы разве не видите? Видим, как нас со всех сторон... Видим, как на нас со всех сторон идет армия нежити! Видим прекрасно! Голова! Черт! Но она же прямо здесь! Лена сделала несколько шагов вперед и положила руки на Ульяну. Такая же, как на сцене тогда, после карточного турнира. Пустой взгляд в никуда, поникшая и потерявшая всякий интерес к жизни. Как мы ее не видели? Мику, действуй, а мы попробуем задержать эту толпу. И обратившись ко всем, добавил: только, пожалуйста, не пытайтесь применить силу. А что делать-то тогда? Я подошла к Ульяне, села на колени и... Привет, Ульян. Ты помнишь меня? Ульяна стояла неподвижно и никак не среагировала на мои слова. Ух, и как мне привести ее в чувство? Может, обнять, как Лену? Не сработало. Ульяна, вернись к нам. Я тебе тогда разрешу взять поиграть любой инструмент и подарю свою нотную тетрадь. И расскажу секрет, как мой папа находит самые лучшие грибы после дождя, роясь в корнях берез. Ой, уже рассказала. Никакой реакции. А хочешь, устроить тебе концерт или попрошу маму прислать вкуснейших конфет, которых ты еще не пробовала? И за что ты извинилась на дискотеке? Это же другая напугала меня перед зданием кружка. А ведь ты даже отдала мне свою последнюю конфету. Запустив руку в кармашек, я вынула оттуда маленький каракум. И, развернув упаковку, положила Ульянке в рот. Стрекотание уже звучало прямо над ухом, как вдруг... Тишина. Ну, чего ты встала на колени-то? Чай не королева я. Ой, а чё это у меня во рту? Бля! Ей бы только пожрать. Пиздец. Ульяна? Ну, не Лена же. Ой, Лена, привет. А чё это у тебя глаза на мокром месте растут? Ты помнишь что-нибудь? Помню, как ты собрался идти в старый лагерь и развлекаться, а меня с собой не позвал. Нет, погоди, ты не Семен, вот же он, сыроежка это ты, а нет, вон он стоит. Эй, Мику, откуда ты каракум взяла? Они исчезли, получилось? Второй Семен, вторая Мику. У нас тут что, конкурс переодеваний? Чёрт, я буду Алисой, эй, одолжи свой лифчик. Глупая, ты хоть понимаешь, что мы пережили? Но я все равно рада. Эй, а чего у вас такие лица, как у угнетенных каторжников? А тебе не снилось сейчас ничего странного? Ну, да, снилось чушь полная. А о чем не помнишь? Помню, но сон странный какой-то. А я люблю о веселом рассказывать. Пожалуйста, Ульяна, это важно. Ну, как я хотела с вами поиграть, а вы все время убегали. А Алиса с Мику даже догнала. Оно в порядке, у нас получилось, получилось. И что теперь? Не знаю, такое уж точно происходит впервые. Вспышка, такая же, какие происходили раньше. Нет. Нет, это ярче, гораздо ярче, чем все, что я когда-либо видела. Ребята,
А чей это голос? Голос? Я ничего не слышу. Не слышите? Он похож на тот, который вы слышали раньше? Да, но в этот раз он какой-то другой. Он плачет. Ребята, мы кого-то обидели? Мы ничего не слышим. Он из лагеря, но как будто далеко. Одновременно четко и неясно. Что думаешь? Этот цвет опасен. Именно после него начинаются все проблемы. Нет, я вспомнила. Тогда в лесу он требовал что-то, а сейчас умоляет. Почему я чувствую, что это из-за меня? Я думаю, нужно проверить. И не спорь со мной. Походу, он даже и не думал. Медленно мы шли к тому самому месту, откуда начались все эти события. Странно, но мне было необычайно спокойно. В лагере по-прежнему не было ни души, а вокруг царил звук тишины. Но не той, которая была, когда не Ульяны были близко, а просто тишины. Поляна. Свет уже не мигал, а просто светился. Большой и белый. И что-то еще. Он идет оттуда. Большой и круглый, может, это шаровая молния? Нет, иначе девушка бы давно сгорела. Девушка? Девушка? О, я тоже что-то как-то не понял. Я присмотрелась. Да, прямо в середине был силуэт. А, ну ладно. То, походу, Юлька. Уши, хвост. Точно, Юлька. Шурик, ты тоже видишь? Это же та, из шахты. Как ты ее называла? Баканака? Вы видите ушастую? Почему тогда ее не видим мы? Ей так одиноко. Она хотела подружиться. Эй, Семен, ты куда? Мы не знаем, что она. Ну и Семен не слушал. Он уверенным шагом приблизился к девочке, взял ее за руку и... Вы все. Ушастая? Привет, Семен. Ой, с тобой я еще не знакома. Кажется, я тебя знаю, но уверен, что вижу впервые. Значит, ты все же забыл. Так эти чудовищные лагеря, твоих рук дело. И я, наверное. Ты понимаешь, на какие страдания обрекало их всех? Сколько пострадало жителей других лагерей? Понимаю. Это я виноват. Прости, что забыл. Юля. Юля? Баканака зовут Юля? Они с Семеном знакомы? Мне правда было плохо и одиноко. Стоит только подружиться, как ты уезжаешь и не возвращаешься. И даже если возвращаешься, то просто забываешь. За что? Я ведь вам всем, тебе, добра только желаю. А это что было? Что это за звук? Кажется, дождь собирается. Но ведь на небе не облачко, вернее, облачко-то есть, но не такие, из которых дождь идет. Ой, а дождя нет. Но потемнело так, будто он идет. Или будто летит большая стая птиц. Однажды я видела много-много гусей. Что здесь происходит? Юля, я снова не мог с тобой связаться.
Вожатый собственной персоной явился! А ты, что ты здесь делаешь? Лезешь в чужие циклы, пытаясь порвать свой? Нет, что ты сделаешь? Сотрешь память? Отправишь на новый виток? Побьешь! Новоявившийся пионер выглядел в точности как Семен и... пионер. Но от него исходит что-то другое. Кто ты такой? Семен, очень приятно. Я тебя не могу почувствовать. Эй, Мику, кто это? Не знаю. Пионер назвал его вожатым? Тогда безопаснее будет просто тебя удалить. Не трогай его, это мой друг, что он тебе сделал плохого? Вожатый внимательно на меня посмотрел. А, это все-таки не ебанутый пионер, нормальный. Что я его ебанутым-то озвучиваю? Непонятно. А ты... И заметил всех остальных. Вы все. Тоже твоя работа? Да, если и моя. Прочие витки просто остановились. Снова. Необходимо вернуть всех на свои места. Что ты хочешь сделать? Ничего. Просто перезапущу цикл, они вернутся туда, где должны быть. А с тобой будет отдельный разговор. Мы ничего никому плохого не сделали. Мы могли погибнуть, а он спас нас. Почему ты говоришь такие ужасные вещи? Мы не просто куклы. Мы такие же люди. Не куклы? Что ты об этом знаешь? А? Что ты знаешь про себя? Я... Мы все живем, жили по кругу уже много раз. Но у нас тоже есть души. Мы такие же люди, как Семен. Смотри. Мику, это опасно. Я не послушала, а поспешно развязала повязку, наложенную Славей и Машей. Кровь хоть и была остановлена, но ярко красовалась на руке вместе с порезами. Видишь, рана как у настоящего человека, и из нее тоже идет кровь. У нас у всех бьется сердце, мы боимся, дышим, чувствуем боль. Не заботимся друг о друге. Мы такие же живые люди. Вот как. Снова Мику. Снова? И все же, вы навредили Юле. Наоборот. Это я им навредила. А? Что ты такое говоришь? Я не рассказывала, но иногда у меня такое случается. Когда мне становится одиноко, когда меня отвергают, я начинаю забирать внимание от других. Отчего всем в лагере, в котором я оказалась, становится плохо. Правда, не знала, как это происходит, но теперь знаю. Отвергают? Пусть так, но циклы остановились. Мы не можем поступить иначе, кроме как перезапустить. В самом деле, не можем. Ты намекаешь на... Я говорю прямо. Мы делали так уже один раз. Сможем и второй. Но тогда она была одна. И на что это повлияет? А это типа оценочка к пионерке без оригинала? А, прикольно. Хорошо. Снова повернувшись к нам, вожатый спросил. Просто уточню. Но не поймите превратно. Вы все сломаны. Может, я и не настоящая, но нас тебе сломаю вполне реально. Я сначала не верила, не хотела верить. Но притворяться было так сложно. Думаю, наука это объяснить не может, но объяснение есть.
Не верю, что отдала последнюю конфету добровольно. Меня точно подменили. Я сама видела это своими глазами. Множественность миров, это же сенсация! Я попала в его сценарий, нашла себе младшую сестру-близняшку и пережила сущий кошмар. А ущипнув себя, не проснулась. Значит, это реально. У нас тоже есть душа. Ты? Ясно, это многое объясняет. Решено, идем на остановку, не переживайте, все будет хорошо. Лагерь был все так же пуст, никаких не ульян. Но если это были не ульяны, то почему ульяны это помнят? Ой, пионер ведь одну из них. Мику, шш. Ой, я вслух это говорю. Не ульяна? Именно, никаких ульян. Эй, я тут с вами вообще-то! Если забудешь то, что я сказала, то попрошу маму прислать целых две коробки японских сладостей. Ловлю на слове. Неспешным шагом, выйдя к остановке, удивились все, кроме пионера. Автобус! После всего, что было, на остановке просто стоял автобус. И куда он нас повезет? Туда, куда вы заслужили попасть. Домой. Но у нас нет дома. Дом есть у всех. Думаю, вы его помните. Наши воспоминания ведь не настоящие. Как знать? Теперь они могут ими стать. Что насчет нас с Машей? Ведь мы с остальными из разных миров. А что, поможешь советом встать с колен? Шучу. Вам тоже уготован свой мир. То есть мы с Машей никогда больше не увидимся? Нечестно! Это нечестно! Мы ведь только успели подружиться, я стольком хотела ее спросить. И чтобы она научила меня готовить, как же там... Картофель фри, вот, и мороженое. У меня даже яичница подгорает, потому что начинаю что-то напевать или придумывать, или додумывать. Мико. Тогда просто ходи к ней в гости. Как пионер? Я ведь так не умею. Умеешь, и ты уже так делала. Но с помощью чего-то. Немного практики, и у тебя все получится. Не стоит медлить, смена уже должна была закончиться. Садитесь. Семен еще долго о чем-то разговаривал с вожатым Юлей, забравшись внутрь только тогда, когда двигатель завелся. А разве за рулем не было пусто? Кто же тогда? Пути все мало-помалу начали засыпать, хотя я держалась из последних сил, интересно же. И ты каждый раз спасал меня в первую очередь? Почему я? Хочешь заставить меня крикнуть это на весь автобус? А их в сон совсем не тянет. Ладно, но по приезду ты мне все расскажешь. Да куда ж я денусь? Кстати, я ведь до сих пор не знаю твоего имени. Раз уж так, то зови меня. Ты опять не узнали. А как это произошло? Ну расскажи, чего скрывать? Мы же подруги, обещаю, нить лишнего не скажу, честно-честно. Ну, просто мама так обрадовалась, когда он смог починить наш трубопровод. А потом не отпускала его, говоря, что им нужен такой парень с руками. Конечно, с руками и с ногами, и нос на месте. А как еще? А он в курсе? Пока еще нет. Вы чего тут так громко обсуждаете? Совсем ничего, но точнее что-то, точнее кого-то.
У кого-то есть руки и нос на месте. Мику, ты же обещала. Хорошо. Ну и где мои сладости? Так, они... Не, ну это же нереальный мир. Какой-то, короче, там. Видимо, им создали свой мир. Тебе пора начать есть меньше сладкого. Сладкое, оно для мозга полезно. Что? Меньше есть сладкого, оно для мозга полезно? Что? Нихуя не понял. Вот ты будешь зона изъясняться, как наш Семён. Да ты сейчас сама говоришь, как он. Ладно, вуаля. Настоящие японские сладости, только не ешь все сразу. Знаешь, Мику, что такое? А я ведь тебя обманула, у меня этих каракумов был целый мешок. Вот зараза. Шурик, держи их ровно, это тебе не игрушки, не так, вложи душу, это тебе не хворост, а барабанные палочки. Вот, можешь же, когда хочешь. Я все равно не представляю, что с ними делать. В жопу, блядь, засовывать! А ты попробуй! Если ты барабанщик говно, так можно и палочки в жопу засунуть. Ну не бойся! Обещаю, больше не буду смеяться, как тогда на все конце. Блять, я отпредставил. Больше похоже на чечётка орангутана. Ты так сердце нашей Микуськи не получишь. Неправда. У него вчера почти получился бластбит. Хорошо бы, я уже договорилась о концерте в одном ресторане. Насколько? Вот это да! У тебя такое... И тебя такое правда не смущает? Да, он старше, но приходя сюда меняется. И я никак не могу воспринимать его по-другому. Так, когда вы съедетесь? Не знаю, всего ничего времени прошло. Но он ведь иногда ночует у тебя. Мику! Он днем учится в своем мире. Тогда ты ему предложи. Вот моя бабушка, которая мама моей мамы, сама сделала первый шаг. Украла какой-то амулет у моего дедушки, второго дедушки, который папа моей мамы. Ой, это и так, наверное, было понятно. Лена, ты дома? Никак не запомню, что у вас лето. О, привет, Мику. Ты в гости? Нет, я только на минутку уже ухожу. У них у всех свои беры. Знаешь, хоть мои соседи, мне обидно, что я не могу выйти в ваш мир сама. Все приходит с практикой. О, так это Паша. Понятно. К тому же, тогда бы ты не отлипала от Маши. Мы со вчера не виделись, я соскучилась, ну давай видео уже. Ладно. Сестренка, встречай гостей. А вот и вы. Ой, ваша зима холоднее. Среди зимы на недельку в лето хорошо звучит. Как начало отличной песни, найти бы время записать все, что крутится в голове. Ведь я даже не закончила предыдущие 5. Мику, ничего тебе так хотелось ждать автобуса с нами. Мы бы и так внутри встретились. Внутри бы мы быстро уснули, к тому же я очень соскучилась по Маше. Вы ведь только утром виделись. Ну и что? Я просто очень-очень соскучилась по сестренке. О, вот и автобус.
Залетайте уже, промерзшие в наши. У нас тут чай с конфетами. Я тебе пятый раз повторяю, мы быстро уснем, как только все сядут. Не нуди, это же никуда не исчезнет. Шурик, не забудь, в этот раз ты вступаешь ко мне в кружок, и Юлю поможешь уговорить. Мику, мы же к ней в гости едем, а ты хочешь сразу надавить на нее. Ничего не надавить, я прямо вижу, как в ней погибает великая флейтистка. Только сама не забудь, что завтра тебе учиться жарить рыбу. Конечно, конечно, 2 недели в одном лагере с моей любимой Машенькой. Сём, ты что, уже уснул? Пристегните ремни, мы выезжаем. Серёжа, но ты ведь один стоишь, садись скорее, а то не удержишься ещё. Паш, вынеси меня, когда приедем, на руках, как принцессу. Даже не начинай. Я выполнил твою просьбу. Правда, правда? Значит, теперь все в порядке? Я так рада. Хорошо, я готова помочь тебе. Да, ты присаживайся, я чаю налью. С ватрушками или печеньем? Конфет нет, Ульяна забегала, хотела разыграть Семена. Нет-нет, не в смысле тебя. Знаешь, ну а теперь это ей не нужно. Я сам рад, что все закончилось. Ты же знаешь, что я не Семен. И все? Но ты был таким настойчивым. И тебя так давно не было, я уж подумала, что ты забыл или передумал. Или забыл передумывать. Ой, нет, в первый раз было правильно, ты наконец выбрал себе имя. Я уже нашел свое счастье. Чего и тебе желаю. Хочешь, познакомлю тебя с ней? Давай завтра, хорошо? Сегодня мне нужно помочь настроить гитару Алисе. Ну, на следующей неделе... На следующий день я полностью свободна. Честно-честно, да и много сестричек не бывает. Вот это оборвалось. Все. Я уж думал, не дотерплю пищать за Мику. Что ж, что могу сказать по моду? Это, как я понимаю, первая работа автора мода. И давайте уж откровенно, текст был, но не самым сильным. Ну, в принципе, первая работа, но это и понятно. В этом случае придираться, ну, было бы глупо, как минимум. До середины где-то мода, когда это был пересказ всего, что, ну, как бы уже и знаем, вместе с тем, что текст был не самый сильный, мод был имха сомнительный, но вот когда появилась Маша, вот тут-то мод заиграл новыми красками, мне аж начало нравиться. А с учетом того, что я прочитал уже где-то под сотню разных модов, это о чем-то да говорит. Так что да, первая половина ну такое себе, а вот вторая, да, норм. Так сказать... Хотелось бы даже больше, но шоу же есть. Вот, как-то так. Надеюсь, Нарион... Надеюсь, я правильно произнес. Не забросит свое писательское дело и продолжит развиваться дальше. Чел, у тебя получается норм. Так что, давай, дерзай. А на этом сегодня будем с вами прощаться. Кстати, да, я там завел телегу, ссылка будет в описании под видео и в закрепленном комментарии. На случай, если все же ютубчик прикроют, чтобы была хоть какая-то связь. Вот. Ну и вместе с этим Дискорд и паблик ВКонтакте.
максимально на связи. И дела. Что ж, а вот теперь уж точно на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и всем до встречи в новых прохождениях. Пока. Вернись ко мне, моя мечта.